как эта будка может... Как я могу передать эту будку? Для этого я очень много ходила. Очень много ходила и стояла под этими будками. Зажигала под ними лампы. Ну, пришлось пару раз меня ударить током, чтобы я поняла, как нужно быть будкой. Меня пару раз ударило током, и я пошла на репетицию. Меня похвалили, я подумала, вау, буду бить себя током. Ну, вот с волосами, конечно, немного проблема, не выпадать начали, но я думаю, вот отыграю, и, наверное, уже не нужно будет так часто бить себя током. У вас зависимость? От битья током? Да. Вы человек зависимый? Мне кажется, я завишу не только от театра и от ролей, а так как у меня роль связана с током, приходится зависеть от тока тоже.